А вот эти вот сейчас появляются своеобразные, различные, такие необычные виды хлеба, где внутрь там кладут какие-то добавки, знаете, там в виде семечек, орехов, там изюма, чего только не кладут. Вот к этому вы как относитесь? Мне очень нравится. Знаете, там смесь злаков различных делают. Ну да, тоже неплохо, полезно. Самое главное, я думаю, что для детей надо сделать очень дешевые витамины, так как сейчас, ну я как помню свое детство, детство было голодное, и поэтому единственное, что выручало и давало радость, это витамины, которые нам давали в детском саду. Витаминки желтые. Да, поэтому если будет детям... А хлеб с витаминками? Да, тоже нормально. Но надо сделать все для того, чтобы у детей было бесплатное все питание, чтобы они росли, ну, можно сказать, здравомыслящими, нормальными людьми и готовились к войне с инопланетянами. Готовились к войне с инопланетянами.